Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс, Кошак, Робби, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас 5 на 6 спони. Если бьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Кстати, все не просто так, Кошак будет управлять аниматрониками, вы уже видите. Надеюсь, он будет не очень злой, но не очень добрый. Посмотрим. Сегодня будет весело. Да, и поддержите нас лайкосиками, мы будем стараться для вас и подписываться на классный канал Димас ТВ. Так, уже все пишут, когда я буду снимать, но съемка уже идет. У меня здесь есть панелька, в которой все перезаряжаются аниматроники. И как они перезаряжаются, я могу выбирать, куда они пойдут. Псих, псих, понял. То есть понял. Я делаю вот так, и к вам в гости идет Флаттершай. А, ну-ка, давай, там какие-то звуки классные. Вот она. О, вот уже? Да-да-да. Она нападает, когда возле двери, да, будет стоять? Когда понял. Еще ближе подойдет. Она какая-то грустная и немножко зубатая. Так и должно быть? Ей в морду кто-то дал, ей челюсть выбили. Она ой. Обиделась, все нормально. У нас какие-то сегодня охранники агрессивные, свертухи бьют по щам. Слышь, псина. Бум. А, я ногу не вижу, я просто бью. О, мы можем выключить свет, чтобы энергия, да, не садилась? А, особо не влияет. Свет. Или влияет? Влияет. Влияет, свет тоже делает свое чудес. Лучше прибор ночного видения тогда. Я думаю, что да. Парится. Все равно так с ним придется играть. О, этот Вайлет пришла. Ей кто-то вообще это мог прибил. Вообще какая-то стрёмная. О, уже две идут с одной стороны. О, опа. Пацаны, молодцы. Так, стоит, ушла. Открываем. Поставим на Rainbow Dash эту камеру, а то. Давай. Как ее найти надо, я не знаю, я не помню. Так, клаца, сейчас найдем. Rainbow Dash, она в этом валяет. Вот. Там. Может, сцена пусть будет, не? Не-не-не, нам надо Rainbow Dash им валить. Она в подвале валяет. В подвале? А, с левой стороны подвал. Вот туда, Серега, клаца еще. Сейчас, я нажимаю что-то. Давай я пожмяка. А давай я сейчас по-другому переключу. Во. Сейчас. Где она? Хотите Rainbow Dash увидеть, смотрите. Чуть не переключается, камеры поломал Димас. Кто-то. Да. Димас, берегись, сейчас Rainbow Dash поможет. А лево как она? Бежит Rainbow Dash. Она как фок. Ага, понял. Чуть не вижу. Сейчас бежит. Готовьтесь. Так, готовлюсь. О, стучит бежит. Копытами. Так, ребята, смотрим вместе с вами. Вот, я вижу. Не, во. Ох, головой налупится, не больно, не? Такой звук прикольный издала, мне нравится. Еще раз, до свидания. Фу, хоть звук был прикольный, было слышно. Справа не нападает, он странно очень. Ну так и должно быть, чтобы мы прошли. Потому что и так сложно будет, 72%. А, хотя у нас 2 часа уже. Затащим. Стоит возле окна. Свет нужно отключить. Фух, ребята, это уже сложно. Когда человек играет сюда, интереснее намного. Прям прикольно как-то. Надеюсь, вам так нравится. У вас есть несколько секунд передохнуть, у меня перезарядочка. И будет план мой совершен. Так, план для второй ночи у тебя какие-то большие возможности, да, Серега? Во FNAF 1 не так. Ну, как сказать. Ну, у него все перезаряжает. Очень много, я так понял. И Rainbow Dash, ну, как Фокси перезаряжается. Вот. Ой, марионетка пришла, смотрите, Мэс. Вижу. Марионетка Рарити, блин. Так, давайте, короче, ребята, слева и справа, чтобы всех счекали. Так, мы так сольемся, чувствую. Не-не, прорвемся. Прорвемся, понял. О-о-о, закрывай. Боже. Ты чё глядишь тут? Слышь. Ты чё такая дерзкая? Так. А это грустная какая-то. Да, она когда кусает, она нифига не грустная. Они все какие-то злобные здесь. Их не кормят просто, Димас. Они голодные, что ли? А как? А что они едят-то? Это роботы. А, закрывай! А, нет, по-моему, это рана. Она когда прям в стекло упрется, тогда, по-моему, смеется над нами. И хорошо тот, кто смеется последним. Слыши. Успел. Пришла. Серега, молодец, красавчик. Так. Смеется над нами. Кошак решил над нами поиздеваться, я понял. Бах, кто-то упал на сцене. А Rainbow Dash будет отсюда видно, что ли, ее? Не знаю, наверное. Понял. Опа. Закрыл. Фиг тебе.
Закрыл, говорит. Так, Серега сегодня всех захарькал, ну, на плюнь на платы. Это вот им фиг с маслом. Понял. Все спокойно, ребят, тащим. Бежит. Закрыл. Сейчас убью головой. На. Че там? А, закрывай. Ах, фу, ты хитрожопый, Виктор. Да. Смотри на него. Моя тактика. Мою так, опа. Твоя школа, Серега. Да, моя школа. Красава. Обойдется. Все. А мы тащим. Так, 4 часа 40%. У нас вообще идеальная ночь. Очень легко. Я пока потанцую. Плохо нет анимации танцев. Было бы прикольно запилить. Да. Тут вообще не работает ни C, ни Q. Ничего не работает. Просто вырезано все. Я зато могу сесть вот сюда. О, Димас. Прикольно, красавчикс. Я вижу, как вы отдыхаете. Ты сейчас что, отомстишь? Я тебе в лицо смотрю. Фух, я успел. Я успел. Нет, нет, не открывай, не открывай! Фух, да ну ты ж смотри, ну что ты спешишь? Ты видишь, она там подловит нас сейчас, мы не пройдем эту ночь. Все, нормально, сейчас 5 часов будет. Все хорошо. 4 часа. Уже запах победы слышу я перед носом. Кто-то испугался. Испугались? Обосрались. Блин, все так переживают, суетятся, а кошак на расслабоне думает, давайте, давайте, я вам сейчас буду пугать. Так, не открывай, я скажу, когда. Это затишье перед бурей. Специально. О, стойте, я знал, что он так сделает. Отлично. Подписчики пишут в Дискорде, и видно сообщения их. Так что, ребят, заходите в наш Дискорд, сможете с нами записывать. Пообщаться. И пообщаться, и поржать. Не, мы иногда записываем на 8 человек, и нам нужны люди, чтобы веселее было. Так что все в ваших руках. Так. Так. Чё так так? Чё так так? Я вижу, кем он уже готовится. Так, ну, так, так. А я жду кнопку нажимать. Да все, мы победили, уже 5 часов. Чё, может дверь закроем? Ну, не, рановато. А он пришел, как раз я закрыл, он пришел. Да, кошак, ты очень предсказуемый. Вот, и опять пришла. Я знал. Бежит! Видите, сразу на 5 часов решил атаковать всеми подряд. Ну вот. Облом. Бум! Такой звук, как будто башкой кто-то бьется. А энергию забирает она, когда приходит? Да, а чё... да. Я вас на энергию хочу пытаюсь. А не получится, уже сейчас 6 часов, и мы затащили. Нет? Не, затащили уже. Нормально. Пойдет. Все четко? Надо все четко. Фух. Красавчики. Ждем. 9 энергии. 8 а, энергии. Нет, а сейчас уже будет 6 часов, осталось 10 секунд. Смотри. Отсчитывай время. Смотри, как у нас агрит. Мы это сделали, ребята. Мы это сделали. Сразу видно, что все поставили лайкосик. Вот видно. Пацаны, вы готовы? Да. Все, да. Давай, кошак. Все в твоих руках. Третья ночь, 12 часов ночи. В этот раз вам будет посложнее. А расскажи, как будет перезарядка у тебя, быстро происходит или нет? Сейчас, да, она быстрее. Во, сейчас он нас затроллит. Уже пошел, да? А нет. А теперь у меня еще и поняшка добавилась. Какая? А нет, у меня две поняшки. Одна, которая смеется, теперь она может ходить. И другая, которая вылазит в экран. Ах ты пси. А, блин, я ж помню, надо выбегать. Вспомнил. Так, это Чилипиздрик разговаривает. Смотрите, уже начинает нападать. Что-то показывает на дверь. Я сейчас вас убью. Ну такая грустная. А то уже пришел кто-то там? А она так не убьет? Нет, нет. Смотри, у нее взгляд как. Вообще жестко. А, пришло! Пришло. Чудо-юдо. Да. Не, кошак, так это не работает против нас. Мы очень опытные. А, блин, ладно, работает. Работает, забирай свои слова назад. Так, закрываем. Отлично. Открываем, ой, закрываем. Блин, с двух сторон нападает, и это жестко. Говори, уже будет посложнее. Так. Ничего, прорвемся. Только не подсказывай, как ты приходишь, так будет неинтересно. Пусть будет внезапность.
Чё ты ржёшь? Уэ? 87% в час ночи, это что-то сложновато новенькое будет. Ну. А чё коняка-то не бежит, энергию не ворует? А, она пока что отдыхает. Понял. Ты, наверное, можешь только где-то с 2 часов нападать. Все хорошо. О, идет это. Смотри, как она злая, это жесть. Зубатая. О, еще одна идет, ничего себе. Кошак что-то уже разошелся. Это ты звуки нажимаешь, да, они издаются? Да. А какие там еще и звуки? А только вот такие, как она смеет. Противные звуки. Так, она еще ближе. А, нет, тут и стояла. На первом поинтереснее. О, вот, смотри, уже здесь стоит. Он, по-моему, я понял его тактику. Да-да-да. Вот что тактика, чтобы мы проиграли. Вот его тактика. Ушла, ушла, ушла. Отлично. С двух сторон нападает, ты смотри. Бежит! Закрыл. Смотри, и эта пришла, и та. Бум, башкой. Аж пыль идет, когда бьется. Отлично. А если он так сделает, что они придут с двух сторон и с экрана вылезут? Так можно сделать? Можно. Ну это будет, конечно, читерски как-то. Ну мы не а такое что проходили. А что, так можно было? Ну конечно. А зачем я подсказал? А если я один умру, вы останетесь живые? Да. Я смогу возродиться? Да. Пусть она меня укусит. Ах ты какая жопа. Вкусно ей было, вкусно. Не знаю, наверное, да. Ну, скример прикольный. Хотел проверить сразу или как-то там, может, другой будет. О, опять пришло. Ой, энергии нет, ничего нету. Ой, у меня план возродил. Давай, покажи, что там. Вы отдохнете. Хорошо, давай, мы отдыхаем. Все спокойно. Здесь все спокойно. Все хорошо. Этот присел. На картофаны? Его сожрали, укусили за жопу из стекла. Это норма. Смотри, глаза светятся как жестко. А ну давайте посмотрим, как в темноте. В оригинале. Воу. Эпично. Воу! А чё я умер-то? А я специально проиграл. Я знал, что так будет. Всех съели. Да ты на что убил? Троих? Да. А как ты это сделал? Мой план сработал. А как? Расскажи хоть в двух словах, как ты это сделал? Я сделал так, чтобы вы закрыли двери и не смогли выйти, и запустил поняшку в экран. И ты мой план сделал. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!